Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Зоди, на аппарате The Land of Pain, Земля Боли. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья. Прошлая серия была довольно жесткой, был противник довольно сложный. Сложность заключалась в том, что этот противник невидимый, почти полностью невидимый, почти невозможно его заметить, и поэтому, в общем, довольно много раз я умер. Но у меня получилось добыть доску, и по ней мы сможем перейти на следующий берег, посмотреть, что там в шахтах. Давайте прочитаем сначала наш дневник. Существо. Я встретился с этим ужасным существом, и каким-то чудом я смог убежать, спасти мою жизнь. Но что за черт это было? Это не выглядит как что-либо, что я видел раньше. Оно владеет странной способностью, которая позволяет ему полностью исчезать. Оно может оказаться рядом со мной в любой момент. Если я хочу выжить, мне придется уделять внимание каждому подозрительному движению или звуку. Я все еще не встретил никого живого, чтобы попросить о помощи. Ну, возможно, это и к лучшему. Все ведет к тому, что некоторые индивиды, которые взывали к... которых называли избранными, сами превратились в этих... сами завязаны с этими событиями. И, собственно, с этой сферической штуковиной, которая перенесла меня сюда. Мне нужно спрятаться от них. Но так как я понял, остальная часть жителей против них. Возможно, они смогут мне помочь. Возможно, кто-то живой в шахте. Но это мы сейчас узнаем. Подозрительные движения и звуки, но я не слышал никаких звуков и не видел никаких движений там, в лесу. Та тварь просто ни с того ни с сего появляется и начинает играть музыка. И нужно просто бежать, надеясь, что получится убежать. Так, вот сейчас сложно пройти по этой досточке. В конце прошлой серии я попытался это сделать, и у меня не получилось, как вы помните. Тихо. Давайте не будем спешить в этот раз. Тише едешь, дальше будешь. Есть. Так, а здесь? Может, доску взять нужно с собой? Ну, очевидно, что мы туда еще вернемся, потому что там есть трактор, который нужно... с которого нужно забрать топливо. Там есть лодка, которую нужно заправить. Нам нужно найти канистру. А здесь нужно, наверное, перепрыгнуть. Ведь... О! Хорошо. Так, вот только что был подозрительный звук какой-то. Ой-ой-ой. Она здесь не завалит? Я сомневаюсь, что здесь кто-то живой найдется. Очень сомнительно. Здесь, если что, даже спрятаться негде. Просто бежать и все. Так, тихо, это крыса.
и как темно. Эти крики были ужасающими. Нужно пошире раскрыть глаза, здесь небезопасно. Но об этом я догадывался. Мне только любопытно, это какой-то новый противник или та невидимая тварь добралась сюда? Что мы можем осмотреть? Здесь ничего полезного. Здесь тоже. Возьми вот эту трубу, острую трубу. Отличное средство защиты. Слушайте, а здесь можно спрятаться. Вот так вот. И никто нас здесь не найдет. Ничего нету. Нет, вроде хлам один. Что это, фонарь? Да. За звуки. Ничегошеньки не видно. Даже если здесь что-то есть. Так, там подъем куда-то наверх. Там водопад. А там непонятно, что, но есть какая-то построечка, может быть, мы туда сможем зайти. Даже не знаю, с чего начать. Здесь ничего полезного. Я думаю, в этой шахте мы должны найти канистру. В такой темноте я ничего не увижу. И никого. Так, а что там внизу? Вроде там вообще пусто, но лучше все-таки осмотреться. Так, там к водопаду не подойти. Мы здесь не проползем? Нет.
А, стоп, смотрите, проход дальше. Понятно, куда нам нужно. Тогда давайте сначала осмотримся здесь. Так, а есть смысл туда вот топать? Нет. Так, канистра, канистра, мне нужна канистра. Дайте мне канистру, я отсюда уйду. Так, а, это просто ящики какие-то. Мне показалось, что какая-то постройка, какое-то помещение. Ничего. Ничего полезного. У нас выбора нет, значит. Направление только одно. Это стопа здесь что? А, здесь тоже проход, слушайте. Налево можно пойти, можно направо пойти. Я даже не знаю, куда. Давайте пойдем сюда, просто потому что мы уже здесь. За дверью. Заперто. Ну, в таком случае вариант только один у нас. Возможно, через эту дверь мы потом выйдем, открыв ее изнутри. А может быть и так. Слушайте, звуковое сопровождение, конечно, на высоте. Очень страшно. Очень страшно от каждого звука. Это мост? Да. Так, а здесь придется прыгать. Нет, мы не перепрыгнем. Я не думаю, что я допрыгну. Черт. Но, видимо, нужно именно прыгать, потому что нельзя осмотреть никак эту пропасть. Так что рассчитано на прыжок. Ладно. Вот да твою ж дивизию. Я поскользнулся. Вот реально прямо поскользнулся. Прям почувствовал, как поехал в сторону. Так. С этой стороны попробовать. Тот край ровный, поэтому, в принципе, там без разницы. Давайте попробуем с этой стороны. Разгончик наберем. Черт его знает, получится или не получится. Чуть не упал сразу же. Есть, получилось. Вот сейчас бы сохранение, ох, как не помешало. Так, нет, ну туда я точно не допрыгну. Туда просто, ну, никак. Так, а обратно, если что, я смогу? Да, обратно даже легче будет. Потому что тот край ниже находится. Так,
предупреждение, проход запрещен. Но у нас нет выбора. Я не хочу сюда идти. Здесь негде спрятаться, негде... Да вообще ничего. Если кто-то нас увидит, нам просто вот разворачиваться и бежать обратно. Что здесь? Я... Ой-ой-ой-ой, я чуть не упал в яму. Слушайте, нужно быть здесь очень-очень аккуратным. Использовать фонарь. Постоянно использовать фонарь. Если мне придется убегать, я не думаю, что успею вот так вот аккуратно пройти. Попробовать разве что перепрыгнуть. Я ничего не вижу абсолютно, ребята, но я боюсь включать фонарь. Опа, проход направо. Так, пожалуйста, пускай это будет не лабиринт. Пожалуйста. Мало того, что в лабиринтах я вообще не ориентируюсь, но еще и в темноте... Давайте просто глянем, что здесь. Этот проход уже. Вполне возможно, что нас приведет... Мне показалось, или я слышал, как кто-то вздохнул? Блин, ничего не вижу. Он ведет туда. Я боюсь, что сейчас я потеряюсь и вообще не смогу найти выход. Со мной это может быть. Я могу ориентироваться на поверхности, но в лабиринтах под землей, ну никак просто вот. Кровь. Это там фонарь или что? Слушайте, может быть лучше вернуться в тот проход, пойти в правый? Твою дивизию! Ребята, вы это видели? Да иди в баню! Слушайте, вот... Фух, сейчас я просто отойду, потому что я чуть не помню, реально. Вот в чем недостаток геймпада. Если бы я играл на клавиатуре, я бы уже развернулся, уже был бы, наверное, у выхода из этого туннеля. Но на геймпаде я просто не успел бы вот так вот развернуться. Вот смотрите, сколько времени занимает у меня полный разворот на 180 градусов. Поэтому убежать бы от той твари, если бы она за нами погналась, я бы ну никак не успел бы уже. Просто вообще не смог бы. Я еще когда пятно крови заметил, я подумал, что может быть лучше пойти сюда. Я не понял, что это. Было похоже опять-таки на какой-то черный дым. Но оно как-то понизу прошло. Как будто, не знаю, может оно ползло или бежало на четвереньках. Вот реально, если нас сейчас заметят, за нами погонятся, я не успею развернуться. Блин, ничего не видно, приходится использовать фонарь. Вот я вообще не вижу сейчас, просто черный экран. Так, там ящики, вроде ничего интересного, проход налево. Как-то... Так, ага. Так, все, я уперся во что-то в ящике, видимо. Угу. Так, попытаемся запомнить. Это я пошел по правому проходу, вот так. А сейчас... Черт его знает. Завал! Завал! А, здесь завален туннель. Мне кажется, я слышал стоны.
которая доносится с другой стороны. Нужно убрать камни, но что я могу сделать голыми руками? Судя по всему, нам нужна шашка динамита, хотя не знаю, динамит, безопасно ли его здесь использовать. Просто от взрыва может завалиться вообще вся шахта. Так что, если честно, я даже не знаю, рискнул бы я это сделать или нет. Взорвать здесь шашку динамита. Разве что с каким-то километровым фитилем, чтобы поджечь и успеть выбежать вообще из пещеры и дождаться взрыва снаружи, в безопасности. Так, ну похоже, что у нас выбора нет, нужно идти только туда. Но сюда мы, значит, еще вернемся. Но получается, что это не лабиринт. То есть нет больше никаких развилок и проходов. Офигеть, какая страшная игра. Реально, давно я в настолько страшную игру не играл. Я реально боюсь просто вот до жути. Я перепуган прям до ужаса. Давайте присядем, ползком пойдем. Будем менее заметны. Хотя, возможно, в такой темноте эти твари ослепли. Ну, знаете, как обычно бывает. В каких-то пещерах, в шахтах живут слепые противники. Так что вполне может быть, что я могу использовать фонарь. Ну, а кто его знает. Фу, ой, тут кровь. Так, стоп, направо проход. Прямо мы не пройдем, я так понимаю, да? Там забаррикадировано, досками забито, и налево. Я даже не знаю, куда лучше. Черт. Я ничего абсолютно не вижу без фонаря. Так, налево. Справа, по-моему, тупик, поэтому давайте его сразу осмотрим. Так, это мои шаги. Это мои шаги, а я их испугался. Кстати, а если я в присяде и попытаюсь побежать, я встаю и бегу. Вот это очень хорошо. То есть мне не нужно сначала встать, а потом уже бежать. Тогда можно аккуратно ползти на четвереньках. Хотя, так быстрее, но даже не знаю, насколько безопаснее. Мне же найти способ сломать эти доски и посмотреть, что там. Что там? Ничего хорошего там. Что там слева? Черт, что здесь произошло? Твою ж дивизию! Я туда могу проползти? А, нет. Но здесь, если что, можно укрыться. Вот так вот. Хотя нет, не думаю. Тем более, может быть, именно отсюда может что-то выползти. Так, это были мои шаги.
Да, сейчас не слышно. И там, смотрите, тоже. Жесть какая-то. Туда я не заползу, определенно. Так, можно пойти туда, можно пойти туда, развилка. Слева горит фонарь, наверняка туда нужно. А здесь, скорее всего, тупик. Поэтому давайте сходим посмотрим. Может быть, там что-нибудь нужно взять. Стоп, нет, не тупик, здесь тоже фонарь горит. А, нет, все-таки тупик. Но здесь что-то может находиться. Ржавый ключ. Старый ржавый ключ. Скорее всего, туда бы мы пришли, там бы было что-то заперто, пришлось бы идти сюда. Понятно, тогда... Ух. Знаете что, ребята, давайте вот здесь, вот это место вроде безопасное. Давайте мы здесь прервемся. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.